Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас, сами знаете где. И, собственно, это игра Amerta City of Gangsters, с вами Ичи, продолжаем проходить. В прошлой серии была достаточно захватывающая, достаточно такая, так скажем, Санта-Барбара, короче, у нас развивалась. Мы узнали, что нашего Сквикса подвели, малек, и я, собственно, ему больше не доверяю. Думаю, многие бы сделали так же. В общем-то, я взял все равно другого члена команды, прокачал его, дал ему винтовку с Сквикса. И сейчас я приступлю к расследованию, продолжению. Возможно, Сквикс действительно не виноват, но поскольку он так сильно прослоупочил, скажем так, не заметил подвоха, вот, и больше я его к серьезным делам не буду допускать. Он будет у меня вот тут в команде висеть, и все. Вот. Я вернусь вот к нашему алкоголику, закодируем его, и все будет окей. Ну что ж, поехали на миссию. Подстройте внезапную беседу с младшим боссом и его людьми. Сначала стреляйте, вопросы потом. У младшего босса не может быть тут никаких дел, разве что он предатель. Так, сам Ичи пойдет организовать все это дело. И я хочу дать ему жбан, я хочу его наказать за эти дела. Денег у вас неимоверная просто куча, абсолютно никто нам не страшен. Давайте, может, чуть-чуть поторгуем на рынке для, ради приличия. Так, нужно получить 1200. Окей. Окей. Предложение отмыть неинтересно. Слишком мало дает. Продает 7 оружия. Да, продает. Неинтересно. Продает 15 алкоголя. Да. Я бы купил 15 алкоголя. Пиво. Продает 45 пива. Продает 20 пива. Я куплю у проверенных людей. Теперь все нас боятся, все нас уважают, и поэтому я не жду подвоха от этих товарищей. Вот, как-то так. Может, тут еще можно что-то купить, приобрести, я не знаю. Сейчас мы можем это посмотреть. А ну-ка, что-то у нас... Так, вот. Хочешь продаться? Не хочешь? А ты хочешь продаться? Нет, не хочешь? Ладно, не хочу я с ними воевать, если честно. Вы завершили работу, деньги для Чарли Лучана. Алкоголь, бла-бла-бла. Вот, все, Ичи у нас завершил занятие, там какие-то подготовки, и мы приступаем к бою. Ичи, в первую очередь, конечно же, идет на разговор. Волк идет у нас на поддержку. Он у нас снайпер элитный. Дама с нами. Этот товарищ с нами. И шанс успеха. Щеголя возьмем. Одного лекаря в команде, думаю, достаточно. Поехали. Бой, который даже нельзя на авторешение выпустить. Вот как все хардкорно у нас. Так, мы сделали, я так понимаю, такой небольшой занавес. Занавес. Устранить младшего босса. Так, все-таки, я так понимаю, босс, в смысле Ичи, поверил нашему Сквиксу. И он сделал выбор. Он решил убить младшего босса. Наказать его за провинность такую. Так, понятно. Все у нас дело крутится вокруг да около. Поэтому мы будем держать круговую оборону, я так понимаю, да? Давай. Ой-ой-ой. Ичи сюда. Так, давай-ка лучше сюда пойдем. Так вот сделаем. Окей. Baby's a bear cat. Да, он тогда нас увидит. Да и хрен бы с ним. Все равно надо его убивать. Грабитель. Какие-то они вообще ни о чем. Слабенькие такие вообще. Все такие замухрышки. Ну да ладно. А это кто у нас тут бежит? Враг. Но он уже далеко не прибежит, я так понимаю. Это все, что он сделает. Да. Потому что сейчас Тучи возьмет его и отправит на тот свет, я так понимаю. Тупо расстреляет. Пыч. Готов. Ага. Тут у меня... Любопытный на мои вопросы отвечает в скайпе, но я это читаю все на айпадике, поэтому отвлекаться не буду. Так, одного мы уже грохнули. Устранить младшего босса. Задание наше. Так, конец хода, чего ж тут?
Отлично, он повелся на нашу ловушку. Так. Вот тут интересно, чувак горит или нет? Вот мне интересно, вот этот в круг попадает. Посмотрим, по-моему, нет. Они сами себе проход ухудшили. Так, сейчас я быстренько как-нибудь зашкирюсь тут. Блин, куда? Вот сюда. Чтобы отсюда и отсюда, везде отсюда затариться. Бу-бу-бум. Как-то странно все это происходило у нас. Да уж. Я-то думал, что его там, не знаю, убьет, там еще как-то. Так, не-не-не, давайте до конца его замочим. Отлично. Одного на подходе грохнули. В принципе, и одного ичи тут хватит, чтобы удержать весь фланг, я так понимаю. Тем более наш убийца работает в... И это у нас не кто-то... Блин, все-таки достает. Ну что за бред? А-а-а. Не может быть. Так, как я это вижу тут. Так. Ну-ка, как-нибудь так встанем. Тут нельзя, не? С дубинкой и с ножом, да? В принципе, можно встать сюда. И... Построчить вот по этим уродам. Вот так вот. Заодно паскуды будут знать. Конец хода. Да-да-да, идите. Так, вот этот вот идет, товарищ. Толстокожий. Блин, я не ожидал, что он оттуда выпрется. Давайте сделаем вот как. Поставим вот сюда вот этого товарища. И он будет охранять у нас подходы. Вот так вот. Будет охранять вот это дело. А вот с этим товарищем мы уже порешаем дела потом. Так. Топай сюда, дама. Кто это у нас с пистолетом там? 105. Да, давай, идем. В принципе, окей, все. Alright, let's go. Это я не знаю, прям не знаю, выходить, не выходить. Давать ему оплюхи. Давай вот сюда выйдем. Надаем ему в жбан. Отлично. Надаем еще раз. Отлично. Let's dance. Так. А вот тебя, чувак, надо бы подлечить, либо затарить. Потому что ты у нас хорошо покоцанный. А, и... В принципе, толку с тебя никакого. Ну-ка еще раз давай попробуем. Да, вообще никак. Давай-ка мы тебя отгоним куда-нибудь, не знаю, вот сюда. И подлечим. Такс. Ха-ха, что тут у нас дальше? А, конец хода, господи. Дальше. Ну, окей. На собственную бомбу нарывается. Он уже труп, по факту. Время убивать, говорят нам. Так, а куда вы пошли вообще? Тут же тупик. Вы чё, ребят? А ну-ка, давайте попробуем, не? Никак? Ну-ка. Вот сюда подойти. Вдруг, как говорится. Не, никак нельзя убить. Ну и ладно. Давайте подымем возможности наши. Так, вот сюда поставим ее. Вдруг там еще кто-то ползет. Как сосиска свесился. Так, замочили мы этого товарища. Окей. Так, что тут у нас? Тут пройти нельзя, да? Не, да нет, точно пройти нельзя. Я не знаю, куда он чимится вообще. Так. Можно было бы, конечно, вот так вот выйти, вот сюда надавать всем, но это как-то странно будет, а?
Поэтому я думаю, я как-нибудь вот так-нибудь поставим все-таки. Оттащим его и проапнемся. Let's dance. Блин, есть два варианта. Затягивать бой и не затягивать. Бой щемится, но в данном случае стоило бы затягивать. Ах ты, паразит. Ах ты, паразит. То-то же. Не на того ты нарвался, братиш. Слишком много. Так. Даму, наверное, все-таки перевести сюда надо. На основной фронт. Беги, 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 девочка, беги. Беги, Лола, беги. Отлично. Сейчас мы тут все нафиг перехерачим. Вот так. Дополнительно добавим. Да, не все отсюда идут по факту, поэтому надо бы передвигаться сюда. Сюда главного нашего босса передвинем. Отлично. Замочишь? Нет. Не замочил, к сожалению. Razzle-dazzle. Ну давай, замочи его хотя бы. Отлично. Подлечимся в очередной раз. Так, я надеюсь, сзади нас тут двое вот этих товарищей как прибежало, и все на этом. Их тут, кстати, тут можно... Это, наш же снайпер... О, заместитель. Вот он самый... Самый тот жук. Навозный предатель. Так, блин, сзади ползет. Все-таки надо было даму оставлять в бою. Надо было даму оставлять в бою. Так, конец хода, конечно. Ну, как он там, через укрытие, через все дела? Везучий. Так, где эта паскуда бежит тут? Враг 105. Давай, да, беги. Приступим к аннигиляции засранца. Так, еще раз. Bingo! Супер. Кончился там же, где и на был. Отлично, дама хорошо сработала. Она защитила наши тылы. Заодно грохнула засранца одного. Так, Ичи. Покажи, что ты... скажи, что ты думаешь, точнее, о этих уродах. Вот так. Умничка, Ичи. Красавчик, Ичи. Аферисту дважды повезло, на то он и аферист. Но тут у нас девочка стоит, я думаю, она не сплошает. Так, давай, выходи. Будешь добивать сейчас. Блин. Ну ладно. Отлично. Крушить и забивать всех нафиг. Так, а ты, дама... Кого он вообще стрелял? По нашей девчонке, что ли? Тут, так, концентрация уродов тут на один квадратный метр очень велика, поэтому надо быстренько справляться с этими уродами. Отлично, блин, она второго сейчас тут же положит. Марио Туча, я вижу, что это ты. Откинем этих иродов обратно. Вот так вот. И отвлечем вот этого чувака с дубинкой. А, запугиваем это. Окей, но все равно. Time to get a move on. Так. Давай, Ичи. Супер, чё? Супер, чё? Baby's a bear cat. Да, будем сейчас расстреливать их в наглую, так вот тупо всех расстреливать. Блин, а? Давай. Отлично, отомстил так отомстил, что называется. Ну, они уже, в принципе, ничего не сделают. Сейчас вот эта дама замочит этого... Ах ты, попал, урод.
Два раза попал. Так. Давай, девочка. Положи его там, где он шел. Так, а ты можешь как-нибудь, не знаю... Не можешь. Понятно. Нет, это impossible. Вот этого урода мне тут не хватало, блин. Промазал. Марио Тучи. Окей. Easy. Отлично. Засада для зама. Вы выиграли. Мне даже не пришлось никого убивать. Я тупо замочил самого зама. А те остальные сдались просто потому, что он ими управлял. Босс, должен признать, в попытках столкнуть нас лбами, ваш заместитель вел себя весьма умно. Умно. Он предал Симеон больше ни один из нас. Его имя обесчестено. Он никогда не существовал для нас. Предатели будут осуждены как предатели. Фредди Танина. А я подозревал, что это вот этот самый товарищ. Вы выиграли? Я подозревал, реально подозревал, что именно этот, про него речь идет, а оказывается нет. Значит, все-таки он хороший чувак этот. И Сквик все-таки оказался прав. В смысле, не стоило его так прям жестко. Единственное, что он лопухнулся, и я ему это не прощу, скажем так. Так, время у нас есть начать новую какую-то новую карту, так что можно начать. День выборов. Так, понятно, выборы. Самоочищение. Вот уже 10 лет, как сухой закон правит здесь бал. Пьянчуги. Так, ладно, это потом. Так, за свою жизнь я много чего делал, но вот подтасовывать результаты выборов — это для меня впервые. Выборы не за горами, так что думаю, самое время посадить муниципалитет своего человека. Впрочем, я теперь крупный игрок, так что не знаю, ну возможно, просто посажу своего мэра. Для того, чтобы укрепить его шансы на победу, пошлю ребят к потенциальным избирателям, они умеют уговаривать. Ласковое слово, тут взятка, там кое-где битые придется поработать. Как говорил один мой коллега, голосуй пораньше и почаще. Присутствие сил полиции среднем. Запуск. Начнем эту карту. Там очищение, все дела, я так чувствую, это ближе к концу уже, поэтому надо эту миссию пройти. Вся моя карьера зависит от этих выборов, мистер Смит. О как. Не облажайся, я отплачусь, сделаю все, что смогу. Это самый проблемный для выборов район. Вы должны убедить жителей голосовать за меня, тогда все будет легко. Черт, я соскучился по своей яхте, верну ее обратно, как только выиграю. Понятно. Ну, в принципе, если он что-то даже и там повякает, мы уже его просто грохнем, как всех других, кто имел дела против нас. Отмывка делаем, благотворительный вечер, вымогательство. Давай вымогательство запустим. Запущим вымогательство. Дело в том, что не имеет смысла держать этих придурочных товарищей. Так, все, взяли поблизости. Так, что тут у нас? Завоевание района. Постройте суповую кухню. Жители района довольно бедные. Суповая кухня точно завоюет несколько голосов для Смита. Никогда не недооценивайте голоса бомжей. Круто. Так, владелец магазина слышал каждый слух и знает все обо всех. Ну, это распознать зону. Арендовал заведение. Так. Все окей. Теперь у нас... Отлично, заведение построить. Так, что бы нам тут можно было бы построить? Пивоварня, окей. Заведение. Так, дамочка. Боксерский ринг, да. И заведение основать. Ням-ням-ням-ням-ням. Чё бы тут организовать-то? Ага. Добывают грязные деньги, эффективность зависит. Так, подождите, а я боксерский ринг? Да, боксерский ринг я перед этим ставил. Так, тогда можно тут что-то организовать. Эдакое, ломбард. Ламба приносит доход чистых денег, высокий авторитет, увеличит эффективность ломбарда. Ну почему бы и нет? Так. Пивоварня. Так. Надо первый кэш накинуть, а потом уже будет дело попрет дальше. Получше. Так, и надо бы улучшить сразу же, насколько это вообще возможно.
Дело в том, что нам сразу надо будет сейчас юристов создавать на кластерсти средний. Это означает, что будут проблемы. Преступный гений плохо к вам относится, но потом... Да, пошел ты в жопу. Больно надо. Так, ломбард. Улучшение. Пыщ-пыщ. Так, и теперь нам надо тыкнуть, где у нас тут распознать. Транжира, 100 грязными, да. Ой-ой. Вот так пошел. Сейчас нам надо найти свободные зоны, где можно купить самые большие сектора. И уже там нам нужно сразу построить юристов. Я не зря прокачал до 3 уровня. Именно такой требуется уровень для прокачки юристов. Приобретения, точнее. Вот. Вот оно здание там. Дам ID. И 1400 требуется для юристов. Вот, видите, уже одна звездочка. Как только юристы у нас будут, в принципе, все остальное будет по барабану. Устранить банду. Еще очистка улиц от местной банды сделать лучше для всех. Нанять их. Нанять их. Вам нужно 80 авторитета, понятно. Устранить банду. Ладно, ну хотя почему бы и нет, там... Читать же перед этим он. Эммет Док Аконнелл является лидером и способствует быстрому завершению действия. Если вы устраните банду, выиграть этот район может быть легко. Понятно. Я думаю, устраним банду. Так, дама приобрела. Юристы, отлично. Юристы нам очень-очень-очень нужны. Так, я грязных денег оставлю на прокачку именно юристов сейчас. Потому что они прокачанные, они толку мало имеют. Так, у нас пиво, копится пиво. Пиво покупает, 25 пива, да? А у нас только 13. Бар бы свой приобрести еще, было бы неплохо. Думаю, это и будет нашим баром. Бар. А тут что? Завоевать район. Этот район заполнен маленькими бандами. Единственный способ заручиться их поддержкой – запугивание. Получите высокий авторитет 60. 60 авторитет, а у нас 51. Ну, в принципе, быстро сейчас все это сделаем. Взять в аренду, да? Rusty, да, отлично, улучшение. Быщ-быщ. Блин, 1300 грязными, ну ладно. Так, давайте сразу махач устроим. Я хочу махач. Юристы у нас уже есть более-менее. Так, нанять их, устранить банду. Волк, иди спроектируй задание. Как минимум в 6 районах, отлично. Так. Аконнелл арендовал заведение. Так, задание. Основать. Суповая кухня, да. Нам нужно сделать небольшое. Блин, вот это вот нам надо сделать. Суповая кухня. Ой, пиццерия Дон, да. Что-то я суповая кухня. А, ну бар можно, да. Тоже неплохо. Продавать наш алкашню вот эту вот. Так, у вас недостаточно денег для оплаты своих людей. Ну, это фигня. Насколько я заметил, никакого толка от этого нету. Достаточно, недостаточно. Может, какая-то мораль, еще какая-нибудь хрень падает, но я не замечал. Так, Ичи назначаем. Волков в поддержку. Даму назначаем. Назначаем и назначаем. 75 авторешения или бой. 23 минуты у нас записи, значит, я сделаю бой и на этом серию закончим. Хочу я по 30 минут так держать диапазончик. Так, сколько у вас тут? Четверо? Ну и что это за банда, четверо человек? Ну чё в натуре? Ну, смеетесь? Чё, и с жопой к нам стоят? Вообще нихуя потеряли. А, так, а это кто? Ичи союзник. Ни хрена себе. Я не понял, а как... Чёрт, нифига себе, а чё он так далеко от всех? Блин. Это плохо. Это очень-очень-очень плохо, если честно. Так, никого мы там не перекрываем. Огонь, я ух ты, хорошо задел. Хорошо задел своего. И этого цепанул, отлично. Да, тут как гром среди ясного неба. Бах только. И такой бешеный урон. Так. Да, чё, почему нет? Проверим, чтоб наших нигде ничего не цепануло. Я так понимаю, Ичи сейчас вообще троих положит. Уже одного убил. Качнем еще разочек. Да, в принципе, Ичи сейчас троих убьет нахрен. Ой, блин, как все быстро скачет, я не успеваю замечать, что почем тут.
Я думаю, стоило бы вот так, да, сделать. Добить этих товарищей, а потом на одного кинуться. Это было бы разумнее гораздо. Так, одного грохнул. Качнем еще разочек и добьем этого товарища. Все, остался один. Это вся банда, что ли? Ну как-то ну никак совсем. Как-то ну никак. Так, надо круговую оборону занять. Скинуть его подальше от нас. Отлично. Запугаем. Так, и вот сюда пойдем. Я сделаю рассасываю, скажем так, чтобы у него там автомат, чтобы он на всех огонь не рассеивал. Чтобы только если стреляет, то по кому-то одному. И это правильно, я считаю. Конец хода. Так, Ичо сюда пойдет куда-нибудь. Будем придерживаться нашего плана. Раздавать звездюлей. Блин, не попал на этот раз наш Ичи. И сейчас не попал. Но он уже вообще ничего не сделает. Так, понятно. Окей. Окей, ты сам, чувак, нарвался. Отвлечем его. Сексуальной девочкой. Блин, а что такое? Отлично, так. Все. What the fuck? А-а-а. Подозреваю, наш убийца крохнула. Мы же на поддержку там одного товарища делали. Все. Банду всю выкосили. Как-то это очень быстро получилось, что даже запись какая-то не увеличилась в размерах. Новые отношения теплые. Так, ну как он организовал новый бизнес, суповая кухня. Так. Во-первых, нам надо прокачка. Нам надо прокачка. Одну зону мы уже прокачали. Так, бар. Улучшение бац. Блин. Бац-бац не получается. Слишком уж мало всего. Ну, зато будет знать. Мы сразу показали ху из ху. Блин. 60 авторитета, оружие. 5 оружия. Ну, ладно. В принципе, у нас ломбард, поэтому оружие сейчас накопится. Ну, ничего, придется экономикой посидеть. С экономикой. 4 минуточки. Думаю, потерпите. Скучно не будет. Оружие. Чё? Подарите негодяю его любимое оружие, тогда он с радостью все расскажет. Назначить Джульетта. Так, запугать. Мелкий торгуется информацией. Знаете, нет. Тут есть один товарищ, который... подарите негодяю... волк Анджельского. Блин, ну ладно. Окей. И там негодяи требуют. Завоевание района. Жители района довольно бедны. Суповая кухня точно... Давай запуск, поехали. Раз уж начали, суповую кухню у нас есть. Угу, три интересных мест. О, мешок с деньгами. Это супер. Реально, они больше ни на что не годны. Как-то так. Так, что мы можем барапнуть? Улучшение, отлично. Авторитета прибавить. Приязнь увеличили, да? Отлично. Приязнь у нас бешеная просто. Отлично, так. Я думаю, я потрачу на юристов сейчас. Вот эту полторы штуки. Так, все. Первоначальный кэш у нас поднялся. Так, а где, чего? А, девочка уломала там всех, как положено, да? Ну ладно. Транжира. Окей, иди, узнавай информацию. Какая нам будет интересна. Запугать. 60 авторитета, у нас 54 оружия. Кстати, можем заглянуть на большой рынок и посмотреть. Нифига нам не предлагают интересного оружия. Так, 2. Продает 12 оружия, покупает 6, продает 12 оружия. За 360. Стоит ли? Стоит ли? Так, тут у нас еще большие сектора, да? Есть.
Угу. А вот тут вышибало выкуп, налет. А это что? Ну, я думаю, вот это никак не скажется, да? Да, скорее всего, не скажется никак. А победу 2. Мы только 2 сделали действия, которые помогают нашему товарищу. О, еще... Нифига, сколько тут денежных мешков. Я прям растерялся, блин. Вымогательство, ну... Прям столько реально денег, прям... Все нам хотят подарить денег. Завоевать? Да, иди, завоюй. Так, вот тут мы приплыли, да? Нам нужен срочно бухгалтер. Переводить грязное говно в чистое говно американское. Так, заработаем. Отлично, кэш у нас мы подняли. Ну, в принципе, можем, почему бы и нет, улучшить по максимуму, чтобы нам ничего не больше не мешало. Сейчас, тем более, кэшку нам накинут еще. И черендовал заведение, отлично. Так, основать бухгалтер, да? Он нам нужен сейчас, нам нужно покупать все вот эти здания и организовывать бизнес. Предложить услуги, маленький джаз-клуб в обычном задании. Местные должны быть хорошо освещены, мускулы. Предложить услуги. Да, чё бы и нет. Как минимум в 6 районах, отлично. Богатство отлично. Right? Бизнес, бухгалтер. Так. Все, у нас пошла отмывка денег, и сейчас мы, думаю, приобретем вот это дело. 408. Авторитет нам бы поднять, мальца. Было бы неплохо. Приобрести, да. Да, мы иди. Она у нас белыми делами занимается, посмотрим. Это мы возьмем к себе. Тепло, выкуп. Сколько стоит? Хотя 2,5 штуки, это же уже готовый бар. Почему бы и нет? Так. Основать. Что мы тут можем сделать? Авторитет. Вот это профсоюз бы здорово повысил бы наш авторитет. Здорово бы повысил наш авторитет, блин. Да, мне очень хочется за 3 штуки сделать. Прибежим на потом. Приобрели. Ночной клуб сколько у нас? 320 баблинского стоит. Давай все-таки вот это, страховую контору. Она не требует просто алкоголя, там еще какой-то хрени. Потому что я думаю, это будет выгоднее для нас. Сразу плюс, сразу чистые деньги будет зарабатывать. Это еще одно плюс. Еще один плюс, точнее. Так, ну вот, вроде как мы раскочегались по чуть-чуть так раскочегарились. Вот так вот сделаем карту, подвинем. Привыкнем сразу к нормальной карте. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вот. Собственно, все, наверное, на этом. Хотя, ладно, давайте еще заапгрейдим вот эту штуку. Ну, уже, ну, уже, ну, уже. Ну, девочка, ну... Так, все. Так, улучшение. Бац-бац. Отлично. Так. Это, блин, это занятие бесконечно, ладно. В общем-то, с вами был Ичи. Это была Amerta City of Gangsters. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Подписывайтесь. Всем пока.